было сейчас. У меня за 5 секунд, блядь, загрузка пошла. Пробило, блядь. В этом вы видели, насколько, блядь, быстро? А чё там пробилось-то? Это видео, что ли, пробилось? Не знаю, там быстро пробилось, а в Гугле еще нихуя ничего не загрузилось. Нихуя себе. Вот такие дела происходят. Как в Ютубе передаются видеоролики, да? С какой скоростью? Вот. У меня программа не работает, короче. Вот это не включена. Вот это zip не включен. Сейчас посмотрим, как соединяется сервера с Ютубом в России без zip. Вот. Во-первых, вот так вот крутится вечное колесо. Без конца. На Ютубе. Zip, он это быстрее с зипом будет крутиться. Вот, во-вторых, не работает вот это вот. Колеса крутятся. Но нам-то главное трансляции вести. На YouTube. А без этой, видите, колеса крутятся. А вчера буквально работал YouTube. Нормально. Короче, где-то 2 дня у моих провайдеров. Может, провайдеры ковыряют. Что-то, блядь, не выдумывают, я не знаю. Но без этого, видите, что происходит? Пока что без этого. Вот. YouTube вот так вот. Это в Google. Вот такая хуйня происходит. В Яндексе. В Яндексе YouTube вот так вот открывается. Но опять же ничего не открывается без этого. И коли наша программа для OBS соединяется, то это касается и OBS. Поэтому видеоролик будет на YouTube или с OBS. Короче, сервера не соединяются в России нормально. Без этой. А вчера соединялись нормально. Вчера где-то 2 дня у моих провайдеров. То есть такой хуйни не было, и вот эту программу не приходилось включать. А теперь без нее. Во-первых, ну. Видите, это нихуя не идет. Если включим, возможно, быстрее пойдет. Ролики грузиться будут. Не знаю. Но это не влияет на загрузку. Загрузка теперь сбоит, потому что в России Google и, ну, сервера переломали. Ёбаный РКМ. Ютуба все сервера перехуячили. Хотя вчера кто-то настраивал, не знаю, может, сам Ютуб 2 дня что-то делали. Потому что 2 дня нормально сервера работали. А сейчас, видите, нихуя. Вот такая хуйня происходит. Что это такое, я не знаю. Что это такое, блядь, происходит? Отправлю с Ютубом это все проблема, потому что это Ютуба касается. OBS сама программа нормально работает, а что же серверами и сбои на Ютубе происходят благодаря РКМ или кому-то там ебаному чиновнику из Москвы, который хочет на аналоги русской. Короче, вот эта вся хуйня происходящая с 1 сентября или с какого она происходит. Вот это из-за этого. Короче, как видите, ничего у нас не грузится. Выключим эту хуйню. Вот. А коли YouTube работает, блядь, быстрее в этом, например, вот здесь, можно двоить ролики, когда у вас такая хуйня происходит в России. То есть вот так вот ролики отправлять. Чтобы они быстрее загрузились. Вот ёбнуть сюда. Хопачки. Если какая-то ёбаный тебе блокирует чиновник, ёбаный в прямом эфире, да? Что-то делает крыса ёбаная, да? Ты берешь, убираешь отсюда ролик и хуяришь. Еще раз его. Хопа. Вот так вот хуя.
хуяришь. Видео ролик. Вот этот вот. Почему не написан? Я не тут его ролик хуйнул или что? Что-то я не понимаю, ну-ка. Надо повторить. Неважно, может я ролик другой хуйнул. Хуярите? Вот так. Опа. Кто-то, короче, взламывает наши аккаунты Google и распоряжается своей хуйней. Потому что ни здесь, ни там загрузка не идет. Как видите. И посмотрим, как сервера соединяются. Без этого. Сначала без этой программы, да? Пишем. Тест OBS. Потому что это связано с Ютубом все. Серверами. А не с самой программой. Россия, как говорящий, ноль зажженная. OBS. Видите, там не крутятся видеоролики, не выкладываются. Вот такая хуетень происходит. Это все чиновники делают. Либо РКМ ебаная. Не знаю. Видите, что происходит? Ой, бля, Россия ебаная. Ну, это так. Картинка для проверки. Запускаем без этой. Ждем. Опа, нихуя. Видите, сервер не соединяется, нихуя. Вот. И это пошло загружаться. Но очень медленно. А потом пробивает. Я вам это покажу. Загрузки. То есть загрузки вот такие периодически в России там через 2 дня бывает. Это только в России с Ютубом. Потому что сервер в Ютубе перехуячен. Но 2 дня на у моих провайдеров работал. Вот, видите? Опачки, ничего не соединяется. И показывают вот такую хуйню. Здесь вам выдается вот такая ошибка. Подключение успешно, а второе неуспешно, и выдается такая ошибка. Если мы сейчас включим zip, то серверам zip все настраивает. Ёбаный РКМ настраивает. Но у меня в Google сбои происходят. Быстрее через Яндекс открыть, потому что сейчас в Google пизда происходит. А в Яндексе, как видите, быстрее все открывается. Не знаю, с чем это связано. Вот. Потому что это русский Яндекс. Типа Путин себе спизданул Яндекс и считает его уже русским. Вот. Наверное, поэтому все быстрее открывается. Не знаю, по какой причине. Думайте сами. Вот. Ну что, соединения у нас сейчас нету с серверами, то это факт. По пизде идут соединения. Даже видите, тут моя трансляция не появилась еще. Потому что, ну, ни соединение не доходит с сервера вовремя. Поэтому такая хуетень происходит. Окей, сейчас все по пизде идет. Вот, видите, по пизде. Не может соединиться программа OBS. Мы отключаем это. И отключение будет долгое. Ну, Россия, чё, блядь? А там загрузка уже пошла. Да нихуя еще особо не пошла. Вот такая хуйня в России происходит. Россия, блядь. Вот, отсоединилась. Теперь включаем нашу ёбаную программу, которая помогает нормально соединяться с серверами Ютуба, да и вообще все делает нормально. Еще плюс этот Дискорд работает. Вот. Смотрим. С этой программы. Это Россия, блядь. Ёбаные РКМы натворили и в кусты, блядь. Может, не знаю, почему 2 дня работали. Или провайдер что-то ковыряется теперь. Все деньги себе хотят ебать. Не знаю, что происходит. С этой программой, как видите, смотрите. Это все с Ютубом связано, с серверами Ютуба. То есть здесь программа... Опа, ошибка, блядь, сразу же. А
Ошибка соединения пользователя, вообще пиздец. Это чё за нахуй вообще? А без неё? И вот такая хуйня в России происходит. Это все с Ютубом связано. И провайдеры ебаные все деньги ебут. Через нас все тестируют, блядь, себе оборудование, чтобы мы видеоролики выпускаем, а им, чтобы и мозги не ебать, все через нас делают. Хитрые ебаные твари. Че это за хуйня, я не знаю. А, может потому что у меня... Вот эта хуйня идет. Пока что грузится вот это вот. И глючит. Поэтому нельзя трансляцию начать. Попробуем позже. Проверяем, что происходит. Без этого оно не запускалось. Сейчас попробуем с зипом. Ебаный. Так, ну Google. Открывается нормально. Не грузится. Нихуя без зипа. Если открываем зип, то сразу все начинает загрузиться и нормально работать. Открываем зип. И нихуя. О, смотрите, друзья, какая прекрасная у нас погодка сегодня. Да, какая вот я на прекрасная, кухне. чиновники ебаные, РКМы прекрасные. Пидорасы ебаные. Так, попробуем начать трансляцию. Управление. Тесты. ОБС. Это Россия, ебаная страна. Россия называется. Страна Россия. Она большая, ёбнутая. Ошибочка. Попробуем выйти из аккаунта, что ли, войти опять. В аккаунт, не знаю. Нашёл свою учетную запись заново. Вот, все, ушел, видите, вошел. Начать. Тест. ОБС. Ёбаная Россия, страна ёбнутых дураков. Ебанутых Путинов, РКМ, чиновников русских ебанутых и всего прочего. Не, нихуя. А без этой то же самое. Попробую вообще программу ёбаную переустановить, что ли, не знаю. А это будет работать. Это работает. На ОБС нихуя не работает. Чё за хуйня, не знаю. Да, это быстро и хорошо работает. А ОБС нихуя. Что с ОБСом творится в России, понятия. Удалить нахуй и переустановить. Ищем OBS. Потому что другая стриминская программа работает. Ищем OBS. Вот. Удаляем.
что за хуйня еще до конца не удаляется? Она удалилась. Перезагрузит на всякий случай компьютер и установлю заново ее. Но оно того не стоит каждый раз, это же пиздануться, если такие ошибки в России происходят. Потому что я OBS, я хочу стримить иногда через OBS, уже привык. А мне отнимает программа России. А, еще теперь интернет глючит после этого. Нормально. То есть браузер не работает, видите? Яндекс работает. А Google через жопу работает, но он что-то взломал его. И после открытия Яндекса Google через жопу стал нормально работать. Возможно, провайдеры ебаные, делать нехуй. Бегут экспериментировать. Давайте сюда залезем, давай наших клиентов. У этого клиентика поковыряем. У того. Короче, давайте OBS устанавливать. И смотреть, что будет с соединением. Остальное после перезагрузки появился он меню черный пуск, не знаю кто ковыряет. Это уже с NVIDIA ковырялки происходит. В России все ковыряет подряд, блядь. Кто, не знаю, может Москва. Чиновные уроды ебаные. Так, скачать. Быстро, кстати, загрузка пошла. Или на наши аккаунты Google, ёбаные чиновники залезают. Не знаю, что это такое. Сейчас после установки проверили, там вошел ли он в аккаунт, вошлось ли оно, ну по идее автоматически должно. В общем, если сейчас не вошлось, то заново войду, проверю, стоит ли тут у меня ключ потока, все такое, и подключусь. А, в общем, смотрим. Так, ОБС на место заношу. Вот, включилось, все мое подключено. По идее, там все должно быть. Так, сюда только ёбну еще ОБС. Ну ладно, потом подключу, сейчас проверим. Сейчас я опять удалю ОБС и просто эту папку снесу. ОБС Studio, да? Полностью нахуй с ПК. Сейчас попробуем так сделать. Помощник. И настройки вошел запись заново. Мою эту. Ебнул все мои настройки. Вот, поставим. Вот так вот. Разрешение выхода. Видите, все пришлось заново ебнуть. Вот это вот. Сейчас все настрою и посмотрим, будет ли подключаться. Все цены удалил, все нахуй удалил. Вот сейчас работает, сейчас посмотрим. Сейчас придется заново все цены настраивать за эту хуйню. Но я переустановил, вообще все снес. Будет ли оно работать? Нихуя. Так что как-то
с ОБСом творится в России, понятия не имею. Но оно не работает больше. То пользователь провел слишком много запланированных или прямых трансляций. Что значит слишком много запланированных или прямых трансляций пользователь провел? Нихуя непонятно. Что это за бред, блять? Написано, якобы пользователь провел слишком много запланированных трансляций. И переходите, вас перебрасывают на эту хуйню и ошибку выдают. Что это за бред, хуй его знает. Подключено. Такую ошибку выдает. Еще раз. Что это такое за хуйня? Понятия не имею. Может, потом заработать. Это работает, как видите. Что с ОБСом в России? Не знаю. Сейчас я его впускаю и уебну. Понятия не имею. Я вам покажу раз еще эту ошибку. Ёбнуто. А это работает. Что это такое с ОБСом? Россия наковырял. Это работает, как вы видите. Трансляция пошла. Так и назовем, что происходит в России с ОБС. Я понятия не имею, что это за хуйня такая происходит в России с ОБС. Сейчас покажу, что трансляция идет. Через забыл Steam Labs. Вот. Как видите. Что за ОБС не хочет? Я не знаю, что это такое. ОБС, ключ поток, у меня все стоит правильно. Начинаем трансляцию. И ничего не работает. ОБС. Что происходит в России с ОБС? Понятия не имею. У меня не работает ОБС в России. Открываем, она выдает такую ошибку. Мы не смогли найти эту страницу. Что это за страница такая, не знаю. Вот такую хуйню выдает. А если попробовать полностью файлы снести?